Сотрудники МЧС вновь выступают в качестве доноров, чтобы спасти еще больше жизней. Компоненты крови ежедневно требуются в детских больницах, родильных домах, хирургических стационарах. Тему продолжит Наталья Чекет. Десятки спасателей пришли в областную станцию переливания крови города Твери. Они не понаслышке знают, что донорская кровь – это прежде всего помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Она требуется при сложных операциях, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах и многих других заболеваниях, а также людям, пострадавшим в огне и других происшествиях. Многие сотрудники подразделений сдают кровь нуждающимся на постоянной основе. Их донорская помощь спасает не одну человеческую жизнь. Такая акция у нас проводится регулярно, раз в полгода, принимая участие. Каждый раз, как начала работать в главном управлении, так и сразу начала принимать участие, то есть на регулярной основе, как и все остальные. Первый раз я сдавала еще, как только мне исполнилось 18, в пору студенчества. Сотрудники МЧС, готовые безвозмездно сдать кровь, прошли все необходимые процедуры. Экспресс-анализ крови и измерение артериального давления. Пол значения не имеет, впрочем, как и группа крови и резус-фактор. Медики отмечают, что спасатели в качестве доноров особенно ценятся, поскольку они уделяют большое внимание своему здоровью и физической подготовке. Само донорство накладывает на человека определенные строгие правила. Он должен вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заботиться о своем здоровье и, в общем-то, тем самым, в общем-то, приносить определенный вклад в то хорошее дело, которое делает донорство. Сдача крови стала доброй традицией, в которой сотрудники МЧС по Тверской области принимают участие регулярно. Однако в этот день пришли простые граждане, кто решил сдать кровь впервые и тем самым помочь тем, кому это необходимо. Первый раз сдаю кровь. Людям необходима помощь, кровь нужна. Почему бы нет? Помогать людям всегда легко. В общем, донорское движение по Тверской области развивается динамично. В настоящее время около 25% от всех доноров – это те, кто решил сдать кровь впервые. Большая часть из них – молодые люди, учащиеся вузов. И в дальнейшем многие становятся постоянными донорами.